Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня у нас жилет кардиган снова из Alize Puffy Fine, именно Fine. Смотрим, девчонки, обязательно при покупке Alize Puffy и вот это вот обозначение Fine. Это значит, что петелька у нас 2-сантиметровая и метраж у нас 14,5 метров. 100 граммах. И цвет у меня 62, такой молочный он, по-моему, молочный. Ну, в общем, так вот. Значит, расход пряжи. Давай, я вяжу размер M. В параллель у меня пойдут размеры SML, XL. Здесь у нас 7 мотков. Здесь у нас 7 мотков. S 6 мотков. XL 8 мотков. Вот такой вот расход пряжи. Плюс-минус еще может отличаться от длины. У меня ориентировочная длина будет, вот пока я сейчас в этой точке, пока у меня здесь 80 сантиметров, где-то 105-110 сантиметров в целом будет длина этого кардигана. Вот размеры я сказала, SML, XL. И вяжу я вот этот вот размер. Значит, набор петель, вернее, отсчет петель, количество петель. Количество петель, вот оно, для каждого размера. Вы берете, я думаю, вы уже знакомы с этой техникой, полюбившейся вами. Поэтому у меня это 110 сантиметров, и вот заготовка у меня связана. Я просто на маленьком образце вот покажу. Планочка, я тут такую своеобразную планку делаю, ну вот просто потому лицевая гладь у меня, лицо будет вот здесь вот, это будет имитация платочной вязки, выглядит оно как платочная вязка, вот, и вот такая вот как бы двойная кромочная, да. Вот я думала вообще ничего не делать, но не получилось, вернее, оно получилось, но некрасиво получилось, мне не понравилось. Итак, отсчитываем нужное количество наших петель. Отсчитали и вяжем. Первая петля у нас лицевая, вторая петля изнаночная. То есть мы перекидываем рабочую нить сюда и сверху вниз продеваем петлю. Снова закидываем назад рабочую нить и снизу вверх лицевые петли до конца ряда. То есть по краю у нас и в начале, и в конце у нас будет лицевая изнаночная. Вот сейчас я вяжу. Ой, и когда остается 2 петли, мы провязываем предпоследнюю изнаночной и последнюю лицевой. И далее все то же самое. Я, кстати, неправильно сейчас на образце отмерила. Надо было вот туда и начать отсюда. Но, в принципе, это не принципиально. Снова лицевая. И вторая изнаночная. И далее лицевые. В конце будет то же самое. То есть по краям у нас образовывается вот такая вот планочка. Вот если смотреть. Вот они, видите? Вот эти планочки. Итак, что у меня здесь есть? Значит, здесь у меня 50 рядов. Ну вот, видите, я в начале ряда отсюда. То есть я не оттуда начала вязать. Надо было отсюда начинать. В общем, 50 рядов, и я нахожусь в этой точке. Далее мы разделяем на пройму. У меня это 20 петель на полочку. И плюс 2 петли вот этой планки. Планка идет отдельно, как бы в расчете здесь именно. Итак, отделяем 20 петель, то есть 22. 2 петли планки и 20 самой полочки. Итак, 1, 2. 16 17 18 19 и 20. Итак, это и есть моя полочка одна. Значит, теперь я вяжу поворотный, то есть ряд слева направо, лицевая,
И здесь, что я делаю? Здесь я образовываю такую же планку, то есть вторую я провязываю изнаночной, а далее 2 вместе лицевой. Вот эту вот петлю, левую петлю я накладываю поверх правой и провязываю их вместе. То есть мы сокращаем петли для проймы. И вяжем в конец ряда. Так мы будем сокращать в каждом втором ряду, вот здесь вот. Так, здесь делаем то же самое, только здесь вот эта правая петля идет поверх первой. Это мы сокращаем перед планкой. Так, и таким образом, сейчас мы вяжем ряд обратно, ничего не делаем, просто по узору. Потом следующий ряд слева направо мы опять делаем здесь вот сокращение, а здесь не делаем. Потом обратно ряд сюда, ничего не делаем. И в следующем слева направо мы сокращаем здесь. Это значит, давайте нарисую вам. Здесь одна петля в каждом втором ряду, то есть через ряд. А здесь одна петля в четвертом ряду. Это буква В у меня. Одна петля в четвертом ряду. Вот здесь вот. И таким вот образом продолжаем. Итак, смотрите, что у меня здесь получается. Что здесь я сократила. Раз, два, три, четыре, пять. В каждом втором ряду. Один раз в каждом втором ряду 5 раз. То есть это будет и здесь потом, и здесь 5 раз. Здесь же в каждом четвертом ряду я продолжаю сокращать прямо до верху. Смотрите, в каждом четвертом вот сокращение, вот сокращение, вот сокращение. Они через 3 ряда в четвертом. 1, 2, 3, 4. Здесь очень хорошо видно эти ряды. Так что теперь я продолжаю вязать вот эту лицевую изнаночную планку. И здесь ровно. А здесь продолжаю сокращать. Итак, вот такая вот у меня полочка получилась. Здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 сокращений. 6 раз. Сюда. И по высоте у нас здесь провязано 24 ряда, 5, 11 петель у меня здесь осталось, здесь у нас 10, это количество петель, которое должно остаться, 12, 23 и 14 петель. После всех вот этих сокращений, сокращения для всех размеров одинаковы. Далее спинка. Вот это вот количество петель. Это значит, что я вот здесь вот в пройму привязываю нить. И вяжу. Здесь делаю опять же вот эти вот планки, как бы двойную кромочную. Одна лицевая, одна изнаночная. Далее 36 лицевых. Тридцать четыре, 35, 36, и теперь снова и изнаночная, и лицевая. Что это значит? Это значит, что из вот этих вот петель у меня было 40, я отняла 4, это пошло 2 на планку, 2 на планку, здесь осталось 36. Если отнять 2 на планку, здесь останется 40, здесь останется 42. И здесь останется 32. Вот.
Это если отделить петли планки. Вот она моя спинка. И я теперь начинаю делать то же самое, что делала на передней детали вот по пройме. Я сокращаю 5 раз в каждом втором ряду с обеих сторон по сторонам от планки. То есть здесь с левой стороны я левую петлю ложу на правую или кладу на правую и провязываю. То есть делаю уклон вправо. Далее я вяжу до конца. Так, и здесь, посмотрите, вот лицевая, изнаночная, и 2 петли до изнаночной не довязываем. Правую мы кладем поверх левой и провязываем, то есть делаем уклон влево. Вот, так далее. Следующий ряд вяжем по узору без изменений, и потом в ряду, который у нас слева направо, мы будем делать снова сокращение. И так 5 раз делаем сокращение. Так, и по спинке я связала точно так же. Вот мои сокращения, смотрите, с обеих сторон. Здесь 5 и здесь 5. И далее провязала ровно. В сумме у меня получилось 14 рядов здесь ровно. В сумме у меня 24 ряда. Вот. То есть 24 точно так же, как и на полочке, одинаково по высоте 24 ряда. Вот, теперь нам осталась вот эта полочка. Здесь у нас тоже будут 5 раз. Один раз в втором ряду, а здесь 6 раз, один раз в четвертом ряду. Итак, здесь я отрезаю опять. Все нитки уже обрезаем, оставляем одну петлю, которую разрезаем потом для фиксации. И теперь я перехожу к левой полочке. Здесь у меня должно быть 20 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 и плюс 2 петли планки. Все правильно. Так, я привязываю снова рабочую нить. И теперь тут тоже формирую планку. Одна лицевая, одна изнаночная. Далее 18 лицевых. У вас это ваше число. Вот оно, ваши числа. В конце тоже изнаночная и лицевая. Далее со следующего ряда начинаем делать наши сокращения. Теперь у нас наоборот. С этой стороны у нас в каждом четвертом ряду уклон делаем точно так же. Левую петлю накладываем на правую петлю и провязываем. И так в каждом четвертом ряду. Потому что это у нас вырез горловины. Ой, а в конце, не довязывая до изнаночной, снова правую петлю кладем на левую. Но только здесь мы будем делать в каждом втором ряду. Вот. Потому что это пройма. И так продолжаем. Точно так же, как здесь. Здесь мы 5 раз делаем, а здесь делаем 6 раз, но в каждом четвертом ряду. Вяжем полочку до конца. Итак, все 3 детали у нас связаны. Вот, смотри, кстати,
лицевая сторона у меня будет вот эта вот изнаночная. То есть сейчас мы будем сшивать плечика, вот эти вот ниточки, которые у нас остаются, мы их все вот так вот продеваем и маскируем. Вот здесь тоже мы обрезаем одну петлю, оставляем. Будем сшивать плечика. Значит, каким образом? Вот смотрите, мы сшиваем по лицу, используя петли, как бы, которые у нас остались. Значит, смотрите, берем петлю правую и продеваем через левую. Теперь берем левую и продеваем через правую. Вот таким вот образом. Постепенно, используя петли детали, мы продвигаемся. Вот эту вот петельку, смотрите, мы ее таким вот образом продеваем наизнанку. И при помощи крючка вот сюда уводим. Уже не буду. Так. Получается косичка такая декоративная. Так, и вот последняя, смотрите, на передней детали последняя петля мы пока оставляем. Берем, идем сюда на вот эту вот сторону вторую и сшиваем здесь точно так же. Так, здесь вот то же самое, смотрим, последняя петля. И теперь мы закрываем. Это просто как бы закрываем петли спинки. Вот по большому счету. Если вы не хотите капюшон, то вам уже этого должно быть достаточно. Так, вот, если это жилет, то это уже все. Подутюжить и все. Но у меня это не жилет. У меня это будет... Так, девчонки, и как же мы вяжем капюшон? Вот я уже привязала, девчонки, ниточку. Вам показываю. От плеча мы начинаем. Здесь вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 петель. Вот за 16-ю я привязала и с нее начинаю вывязывать, поднимать петли. Так. Итого их будет здесь 16, понятное дело. Так, из каждого ряда у нас вытаскивается петелька.
ну, как бы из каждой кромочной. Здесь далее по спинке и так считаем 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 по спинке из каждой петли. У вас, соответственно, вашему размеру возможно будет другое число. У меня 2 3 4 5 5 6 7 8 и 9. А здесь вот у меня ниточка, видите, выскочила. Мне ее нужно продеть сюда. Пока оставлю. Нет, я ее, знаете, что сделаю? Вот так вот возьму и сделаю узелок. Так. Теперь 16 петель от плеча, вот как бы с этой по левой полочке. Ровно такое же количество. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 и 16. И теперь вот смотрите, что я делаю. Я поворачиваюсь на изнаночную сторону, потому что мне нужна изнаночная гладь с этой стороны, а обязательно удобнее лицевую. Поэтому я вот таким вот образом и делаю. Первую петлю я провязываю лицевой, да, далее помним, изнаночная 1, и далее петли все лицевые. То есть делаем ту же самую кромку, что у нас и здесь. Далее вяжем лицевые. Так, вот 2 петли осталось, 1 изнаночная и последняя лицевая. И так далее продолжаем, девчонки. Опять же, вяжем ровно. Значит, у меня это 32 16 16 плюс 8, это 40 петель всего. Вот у вас ваше число может быть плюс-минус пару петель в зависимости от того, по спинке сколько вы наберете петель, да, у вас будет немного, возможно, немного отличаться. Возможно, это будет точно так же, как у меня. Вот сейчас я вяжу вверх капюшон. Итак, провязала я 18 рядов. Вот он,
Смотрите, всего у меня, я говорила, 45 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ага, 21. Итак, девчонки, у меня здесь 41 петля. Я провязала 18 рядов. Вот. 41 петля, потому что я ошиблась. Не 40, а здесь у меня по центру 9 петель. И я вяжу 20, 19, то есть сейчас я свое вязание делю напополам, по центру я буду сокращать петли. Для этого я отделяю 19, потому что, ну, 20, в принципе, это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, это 18, 19, и вот она, 20 число, петля, и здесь 20, если считать слева направо, а это 21 с обеих сторон, то есть здесь 20, здесь 20 и одна петля. Я ее беру, крючок, одеваю на крючок, одну петлю слева, одну петлю справа и провязываю вот эти вот три вместе. Это значит, что я сократила 2 петли. В следующем ряду я сделаю то же самое. То есть в каждом ряду я буду сокращать по 2 петли. Итак, повторяю, у меня здесь 19, здесь 19, и вот она центральная. В следующем ряду эту центральную я опять возьму, слева петлю от нее, справа от нее и провяжу вместе. Вот. Таким образом будет скос капюшона вывязываться. И будут сокращаться петли. Если у вас четное количество петель, то в первом ряду вы просто провяжите вот так вот 2 вместе, а в следующем, уже основываясь на эту петлю, берете одну слева, одну справа и 3 вместе, точно так же, как я здесь. Это в том случае, если у вас капюшон вяжется из четного количества петель. Ну, а я продолжаю. Так, что хочу показать. Вот наш капюшон. Понятное дело, что лицевая сторона у нас здесь. Сколько раз я сделала? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 раз этих сокращений. Вот размер моего капюшона. Сейчас я меряю. Чтобы вы понимали визуально. Значит, высота его 40 сантиметров и глубина его 27 сантиметров. Вот. Вот-вот. Ну и теперь сшиваем вот эту вот часть верхнюю, точно так же, как мы сшивали плечика. Вот основа, начинаем с этой центральной петли. Мы сшиваем этот капюшончик. Итак, девчонки, капюшон я сшила точно так же, как плечевой шов, и здесь продела нить. Все точно так же, как мы делали там. Вот он, мой капюшончик. Сейчас я так измерить хочу вам. Значит, наш капюшон у нас 28 сантиметров и высота 39 сантиметров. Вот вы в конце видео увидите на мне. Я бы не рекомендовала делать больше его или меньше. Вот такой вот объемный. Он, скорее всего, выполняет декоративную функцию. Поэтому вот так вот. Я рекомендую вот по моему описанию, сколько я набрала, сколько и набирать. Значит, теперь карман. Я уже здесь подготовилась к видео. Что, как мы определяем место кармана? Значит, снизу мы отсчитываем 20 рядов. Я считаю по 2, как бы по 2 ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это 20 рядов. И вот 21 ряд. Отсюда же я вот эти 2 петли, ну, давайте считаем с этими петлями. От края 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 петель. От края. И 20 рядов снизу. Далее мы набираем вот в перемычках между петлями. Смотрите, 14 петель. Я
там же, где у меня привязана эта петля, я вот таким вот, вот таким вот образом снизу вверх набираю 14 петель. 2, 3. Итак, я 14 петель набрала. Теперь вот последнюю петлю я продеваю сюда, как бы на ряд выше. Вот смотрите, здесь я продела, и на ряд выше я ее продеваю. И теперь ее провязываю. И вяжу далее. То есть я ее закрепила за следующий ряд. Вяжу далее, сейчас покажу с той стороны. То есть крайние петли, первую и 14-ю, мы будем цеплять за основное изделие, чтобы этот карман у нас прикреплялся сразу же. Вот, и в конце ряда 14-ю петлю тоже мы продеваем вот через следующую высоту, как бы следующую, и только тогда мы ее провязываем. Сейчас сразу же вот эту петлю мы поднимаемся еще на ряд. Это уже следующий ряд, который у нас идет справа налево. Вяжем. И вот таким вот образом мы поднимаемся. Каждый ряд — это у нас подъем наверх, не забываем. Средних 12 петель мы провязываем ровно, ничего с ними не делаем. И только за крайние петли мы подхватываем. Так, и вот последняя она. Ее я не продела. Значит, продеваю раз. Я ее провязываю. Поднимаю. И провязываю еще раз. И эту петлю давайте сразу проденем, чтобы она у нас была готова. И здесь поехали дальше. То есть два раза мы, так как два ряда у нас, то мы два раза поднимаемся вверх. Вот здесь конец одного поднялись, начало другого поднялись. Вот. Если мы довяжем сюда, вот я поднимаюсь один раз, провязала эту петлю, поднялась второй раз и пошла вязать справа налево. И так до нужной нам высоты. Так, смотрите, довязала я 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ряд. Я еще его довязываю сюда. Так, теперь отрезаю нить, здесь оставляю одну петельку, и теперь начиная отсюда, так вот эту последнюю петлю мы все-таки мы еще продеваем вот здесь вот. Теперь здесь слева направо, на второй стороне справа налево мы закрываем петли. Так, есть последняя петля. Теперь я через нее продеваю вот эту нить оставшуюся и увожу на изнанку. Вот он, наш карман готов. Здесь тоже, здесь
Продеваем ее просто. Вот и все, девчонки. Готов наш жилет. Еще утюжочек и показ. Так, девчули, вот он наш жилет Акарди. Еще покажу, конечно же, на себе. Очень удобно, очень мягко, тепло и уютно. Ну, в принципе, это тепло как раз для прохладного летнего вечера. Вот. Единственное, что я бы, возможно, бы как-то додумала, вот этот вот край, может быть, распустить петли этой, как бы, этого пуфа и обвязать крючком еще, потому что просто петлями оно стягивает. Только надо как-то додумать вот этот край. Ну, хотя, с другой стороны, что еще не сказала, хотела сказать. Гладила я прям паром, отпаривала и придавала девчонке форму. Так что не боимся, конечно, не на самой высокой, как бы, скорости, ну, температуре, потому что это все-таки искусственная ниточка. И пробуйте, осторожненько, легонечко пробуйте и отпаривайте. Ну, то есть с паром себе прогладьте и все, и передайте форму. Все, девчонки, сейчас демонстрация на мне. Вяжите, очень классная штука. И, кстати, вот сейчас я вот доснимаю это я уже, видите, руки загорелые, это я уже приехала с отпуска, я вполне себе ее, она у меня, вот эта жилетка, скажу честно, была и на вечер одевать, и в дорогу в автобусе я ее под голову ложила, как подушку. Ну, в общем, универсальная вещица. Ничего не мнется, вообще, как была, так и есть. Вот что хотите, хоть укройся, хоть под голову, хоть одень. Вот так вот, девчонки, все, я с вами прощаюсь. С вами была Вика, школа рукоделия. Пишите мне, что бы вы еще хотели из этой пряжи. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.